В общем, если, короче, я сейчас утону или что-то со мной случится, имейте в виду, я все мое наследство хочу забрать с собой. Фичи, Варсон! Ну, мама, не горюй. Спуститься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сука, я чуть не упал. Ну тут нереально скользко. Попробуем, измерим. 51. 50. 51. Видно, да? 51. Ну что, в принципе, и это около берега, как бы, да? Еще раз. Так. 51. 51, 52. Поняли? То есть пить и здесь можно. Странное явление какое-то. Короче, чувствую, я открою свою воду. Dogs Water. Нормальное название. Красотища. А? Ну, и что нам это говорит? Нам это говорит, что, в принципе, во всех озерах, во всех резервуарах пить воду можно. И странно, что в них она даже чище, чем в родниковой воде. Сука, как неудобно. Опа! Честно сказать, вот на камере это сильно не передать, но очень классно. Очень классно выглядит здесь все это. Ну что, я думаю, надо подняться, отдышаться. Сейчас отдышимся, и я вам скажу, что мы будем делать дальше. Посмотрите пока рекламу. Самые лучшие каналы русского телевидения. Фильмы, сериалы для взрослых и детей. Безграничная видеотека русских и зарубежных фильмов. Никаких подписок, никаких платежей. Просто купи и смотри. Dogs Life TV. Новое русское телевидение в Германии. Че, вроде чуть отдышался. Спустя полчаса. Смотрите, сколько чаечек. Эти все в чайках. И они их не убирают. Это... А, не чайки. Тьфу, и ласточки. Простите меня, друзья зверей, птичек. Ласточки, а не чайки. Вот видите, сколько там метров сейчас. И вон видно, сколько, короче, там воды. Ну, там. Вы сами разберетесь. Ну, чё? Я считаю, что я сегодня вроде уже достаточно вам показал. Мы были раз, два, три, четыре. Это 5 мест мы объехали с вами. И вода везде в пределе разумного. 5 мест мы проверяли. И везде нам показывает норму. То есть, а еще единственное, что мы не сделали, это, по-моему, не проверили лужу. Но я не нашел такую глубокую лужу по дороге. Если будет, я вам обязательно покажу. Ну что, были на 5 мест разных. Везде вода, даже в каком-то там типа болоте, где плавают утки, лебеди, да и все такое. Ну, в болотах, правда, такие птицы не плавают, но все равно я считаю, что в таких озерах вода, ну, должна быть более грязнее. Но она нам показывала даже больше, чем норма, то есть меньше, чем норма позволяет. Да, еще раз говорю, 300 ppm разрешается. Теперь я думаю, что нам сделать. А сейчас мы поедем просто в магазин. Короче, купим сейчас минералку, купим простую воду, заплатим за это деньги, поедем домой, а может быть это сделаем и на природе, красивее будет, и все это проверим и посмотрим. Так что не переключайтесь, будьте со мной, поехали дальше. Надеюсь, вам нравится, что я делаю. Вперед!
Итак, друзья, приехал я в скромное местечко и купил водички. Разную купил воду, можете вот посмотреть. И сейчас мы посмотрим, какая дорогая вода, какая дешевая вода и насколько она чистая и за что мы платим деньги. Начнем с самой дешевой. Самая дешевая — это у нас водичка Я. Она стоит литр 22 цента. Потом у нас идет Геральштайн, Мер. Литр стоит евро 10. Потом идет Вио. Вио у нас стоит литр 1,38. Потом мы идем к нашей воде, которая минеральная вода, стоит 89 центов литр. Теперь идем к самой. Это наш Авиан. Авиан стоит евро 38 литр. Авиан, да? Теперь идем на ВОЗ. ВОЗ вообще стоит прям как золото. 3,58. Я вам клянусь, 3,58. И вот Фичи. Фичи у нас также стоит 3,58. Вот смотрите. Вот цены. Не, ну когда я увидел цену вот за вот это, да, что Фиджи стоит столько денег, она стоит, сука, как 2 литра бензина. Маленькая вот эта бутылочка, ну это же ненормально. Ладно, давайте проверим. Я у нас, получается, без газов. Геральштайнер без газов. Вио в медиум. Бергиши Квелли вообще без газов. Авиан без газов. ВОЗ без газов. И вот эта хрень, первый раз такую вижу, тоже без газов. Сейчас будем проверять, друзья. У меня, правда, с собой только одна посудина, но я думаю, это будет достаточно. Мы сейчас будем просто чуть-чуть наливать и проверять, измерять. Так что давайте. Короче, вот наш тестер. Берем самую дешевую воду. Не падаем. Наливаем сюда нашей дешевой водички. И я иду к вам и проверяем. Это была компания Я, как вы видите, да? В общем, это была наша дешевая водичка. Вставляем сюда наш тестер. Я надеюсь, вам все видно. 338. 338. Дешевая вода. Компания Я показывает разные вещества здесь внутри. Это самая дешевая. Вот 350. Сейчас еще раз тряхнем. 353. Хорошо. Это была Я. Выливаем, наливаем Геральштайнер. Цену вы видите здесь сбоку. Геральштайнер. Геральштайнер. Берем и проверяем. 456 459. Ладно, короче, вот он подходит вверх. Если вот сейчас все, ну 460 примерно, да, вот так. Это был у нас Геральштайнер. Выливаем. Дальше. Теперь Вио. Вио вы все, наверное, тоже знаете. Побольше. Раз. Цену увидите здесь сбоку. Так, это у нас Вио. Смотрим на Вио. О, 155, 154, 150, 144. Короче, сейчас, секунду. Если его не трогая. Он, зараза, по-моему, с минералкой он по-другому. 164. Короче, 160 с копейками. Вот так. Простая минеральная вода. Ладно, дальше. Теперь у нас вот этот аппарат. Это Бергиши Гвальдквелли. Без газов. Простая вода. Ну-ка я так попробую. Ну, сука, как у меня из крана. Сейчас сполоснем. Сполоснем сразу. И типа больше наливаем. Ставим сюда.
Закрываем. В машине потом все не разлилось. Я же хочу с собой домой взять все-таки. Так. Теперь мы смотрим на вот эту большую бутылочку, которая тоже стоит копеечки, в принципе. Включаем. Еще раз тряхнем. 132. 132 сразу ровненько показывает 132. Классно, да? Окей. Выливаем. По вкусу простая вода, я честно скажу. По вкусу вообще ничего не заметишь. Простая водичка. Простая, вообще простая водичка. Теперь Авиан. Авиан у нас одна из самых дорогих. Наливаем Авианчика. Вот здесь сейчас будет сюрприз. Авианчик — это сюрприз. Сейчас вы увидите, сколько здесь в Авиане, который вы все уже, наверное, пили, покупали. Ну, кто не знает Авиан, то я не знаю. Смотрите. А вот наш Авиан. 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 282. 83. А. О, выше пошел. Ну-ка, я хочу, чтобы видно было хорошо. 305. 300. Короче, 300 с чем-то. 303. Это был наш Авиан. Ну а теперь самый наш такой дорогой, кто все знает, это ВОЗ. ВОЗ. Это вода вообще, она, одно название уже звучит так, как будто, ну я не знаю, из космоса, сука. Все, клянусь вам, все новое, чистенькое. Я ничего не менял. Наливаем. Прям жалко наливать 4 евро. Самые лучшие каналы русского телевидения. Фильмы, сериалы для взрослых и детей. Безграничная видеотека русских и зарубежных фильмов. Никаких подписок, никаких платежей. Просто купи и смотри. Dogs Life TV. Новое русское телевидение в Германии. Литр, сука. 4 евро литр. Проверяем. А, я хочу попробовать ее. Простая вода, сука. Надо, теперь я надо долить. Что-то я прибавил. Простая, мать мою, вода. Добавим еще раз. Или, скорее всего, стоит бутылка столько. Итак, друзья, вода ВОЗ, которая почти стоит, сколько я сказал? 4 евро, да? Вот этот ВОЗ, босс. Да-д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 а. 22. Смотрите. 22. Вы видите это? Э? Ну теперь переходим к самой крутой. Это, блин, даже выливать жалко. Что-то мне теперь этот ВОЗ даже выливать жалко. Чудо-то какое. 22. Это получается чище, чем в озере. Не говоря вот об этом всем. Да? Сука, не знаю. Но я обязательно запомню. Короче, теперь Фичи Вассер, друзья. Фичи Вассер, смотрите, сколько стоит Фичи Вассер. Это же вообще жопа. Фичи Вассер, ну они одинаково стоят, да? Пробуем Фичи Вассер. Прям я переживать начинаю-то, ёптить, люди. Это ж когда я такую водичку-то смогу попить? Фичи Вассер. Ну, мама, не горюй. Четыре евро литр вот этой воды стоит. Так это ж миллионером надо быть. Будем смотреть.
Я к вам подойду. Фиджи. Да. 138. Видно? 139. Не, ну понятно, да? Я знаю, что чуть темновато, но я думаю, вы видите. 140. Ой, извиняюсь. Я думаю, вам хорошо это видно, да? Фиджи. Короче, самая чистая из этих всех была ВОЗ, которая стоит как столько же, сколько и Фиджи. Фиджи-мичи. Ну а подробности про эти воды я вам, как бы сказать, можете посмотреть там сами в интернете. Посмотрите, откуда эта вода и что она, и то, и все. Ну и будет вам ясно. В общем, друзья, вот как-то так, да. Все воды нормальные, да, вкусом все одинаковые. Можно сказать, практически, я вот Фиджи вообще, я даже его не попробовал, извините. Тут ничего не написано, тут просто вот, тут ни хрена не написано, тут просто написано. Вон, смотрите, все, тут ничего нету. Наклейку наклеили сверху, видите, что наклейка сверху наклеена. Тут ничего такого. На английском, хрен его знает, что там, кто умеет, прочитайте, напишите. Но это просто жесть, да? Вот такие вот дела. Так что, друзья мои, видели вы сегодня, за что стоит платить деньги, а за что нет. Ну, извините меня, пожалуйста, но вот этот результат, победитель. 22 показал. Ой, не падай, брат, от радости. Наш победитель, ВОЗ. Победитель наш ВОЗ. Natürliches Mineralwasser aus der ВОЗ-Quelle. Abgefüllt von ВОЗ-Produktion из Норвегии. Да? Бля-бля-бля, тополя. Но это не минеральная вода. Вы понимаете? Это просто вода. Натуральная вода. Это натуральная вода. Это не минералка. Тут не стоит, что это минерал. Это просто стоит, что это простая вода. Из-под земли. Упакованная в такой бутылке. Чистая. Поняли? Ну а сами задумайтесь, если здесь стоит, что она с Норвегии. И почему она столько стоит. Экспорт, шмэкспорт, реклама. Поэтому я вам говорю, друзья, у вас дома текет из крана хорошая, нормальная вода. Пейте ее, фильтруйте ее и ешьте нормальную пищу. Потому что, как некоторые люди говорят, что ту воду, которую фильтруют люди, да, что она мертвая там типа, либо что-то. Да ерунда это все, друзья. Чтобы вам вода приносила там весь кальций и все, что вам надо для вашего тела, вам надо пить в день по 6 литров. То есть, чтобы обеспечить свое тело теми всеми минералами, которые ваше тело требует, вам надо пить каждый день 6 литров воды. 6 литров воды, друзья. Это вот тут у нас литр, 2, 3, плюс вот это еще литр, 4, и еще 2 литра сверху. Вот столько вам надо выпить в день воды, чтобы получить все минералы, которые требует, как бы сказать, ваше тело. Но я вам объясняю, что вы питаетесь, и с этого питания вы также получаете все эти витамины, понимаете? Витамины, то есть я имею в виду минералы. Пейте воду из крана, а вот это все пластмасс. И этим вы еще также губите всю природу. Потому что, чтобы вот такую бутылку сделать, подумайте, сколько всего надо было сделать, чтобы выпустить эту бутылку. Если тут посчитать, есть еще другие коэффициенты, как высчитывают, как такая бутылка производится. Поэтому не верьте никому, вы не знаете, кто их наполняет, как они там, эти бутылки, чистые они, нечистые. Это чистая дрянь. Пейте воду из крана. В Германии вода самый поконтролированный продукт. Просто не доверяйте вашим трубам, водопроводам в вашей хате. Фильтруйте вашу воду из крана и получайте дешевую, вкусную, полезную воду. Без всякого дерьма и всякой ерунды внутри. Я вам обещаю. Так что, надеюсь, вам этот тест понравился. Я не стал уже там, как в лаборатории, все делать. Сделал как есть. Ну, в общем, друзья, результат налицо. Да? Скажем так, кому верить, я не знаю. Но я вам скажу одно, друзья. Не парьтесь. Просто покупайте нормальный себе водяной фильтр, ставьте его себе, это будущее. И кто бы вам что ни говорил, поверьте мне, вам воду продают ту же самую из крана, просто в бутылках, понимаете у меня? Просто в бутылках. И многие из вас забывают о том, что ваша вода контролируется только до подключения вашего дома или вашей
квартиры. Многие живут в городах, где вода просто ужасная из крана. И поэтому я вам говорю, даже не сомневайтесь. И самая такая фишка, я спросил у Гугля, что такое осмозоваса. Это то, что вам выдается после фильтрации. Осмозоваса ist ein sehr reines Wasser. Es entsteht durch Filterung mit einer Osmoseanlage. Solche Wasserfilter arbeiten nach dem Prinzip der Umkehrosmose. Поняли? Чистая водичка. Пейте и кайфуйте. И не платите больше деньги всяким идиотам, кто с вас дерут бабки за упаковку, за транспорт и за то, чтобы они могли себе покупать большие корабли и виллы, а вы работаете на них. Всего вам хорошего. Самое главное, короче, ставьте лайки, абонируйте мой канал, нажимайте там колокольчики, шмолокольчики и будьте со мной. Вас много еще чего ждет интересного. А это похоже, как будто бы я пошел анализы сдавать. Так что пейте здоровую воду, покупайте наш фильтр. Пау!